отдаем дань уважения памяти сотрудников специальных подразделений, которые отдали свои жизни во имя безопасности нашей страны. Они были настоящими героями, которые боролись с терроризмом и преступностью. Турнир «Кубок Ермака» является символом их мужества, отваги и самопожертвования. Всегда говорю о том, что турниры, которые мы проводим в честь наших погибших ребят, которые защищали родину, стояли на страже правопорядка, это особенные турниры. Очень важно, чтобы ребята, которые сегодня занимаются единоборствами, они видели перед собой примеры, когда те же самые единоборства помогают людям выполнять свой долг. Очень много фишек. Я после тренировки бывает отрабатываю там на мешке. Бывает на мешке, если хорошо получается, там в спарринге хорошо получается тоже. Это уже что-то новое. С уклончика заходить там, вот навстречу с уклона в руку бить. Бывает там дистанцию подобрать, торнадо ударить, вот ногами побить хорошо. Вот из этого хотел показать мастер-класс. Много людей, поэтому я люблю показывать красоту людям и показывать кикбоксинг. Я доволен, как выступил. У меня получилось все то, что я хотел показать. Особенно у меня получаются атаки по корпусу. Разваиваю на голову. Ухожу на сайдстепах, на отходе работаем, отрабатывал все на тренировках.